Приветствую вас, несмотря на то, что вы повторяете свой вопрос, я отвечу вам на этот вопрос, который, в принципе, ничем практически не отличается от предыдущего, только, наверное, тем, что вы поменяли в нем одну формулировку, она связана с тем, что вы в предыдущем вопросе писали, что девушка ваша прислушивалась к советам, а теперь вы пишете, что это вы прислушивались к советам, и, как я понял, из-за этого, ну, во многом из-за этого ваши отношения с ней пошли под откос. Вы знаете, поскольку, ну, действительно запрещено правилам сайта дублировать свои вопросы, то я думаю, что если вы успеете вот прочитать то, что вот вам написал мой коллега, прослушать то, что вам, в принципе, скажу я, то для вас это будет, надеюсь, полезным, потому что вот предыдущий вопрос вы пометили как решенный, то есть вы сделали там мой ответ лучшим, и я из этого делаю вывод, что он вам оказался, ну, не самым бесполезным, по крайней мере, мне хочется так думать, что мой ответ вам помог. Но, тем не менее, как вот мне показалось по тому, что вы продолжаете задавать этот вопрос, либо что-то в нем, в самом вопросе, вам кажется нерешенным экспертами, либо вы по, опять-таки, какой-то причине, уже в моем ответе, который я вам записал, не увидели полностью решение своей проблемы. Вы знаете, мне бы хотелось, на самом деле, правда, искренне хотел бы вам помочь, чтобы все-таки как-то у вас нормализовалась ситуация, в которой вы оказались. И я, если честно, вот могу только спросить у вас так. На сегодняшний день, на данный момент времени, что является для вас неразрешенным, нерешаемым? То есть, какие моменты вам кажется нерешаемыми собственными силами, да, и почему вы, как бы, ну, вот если, допустим, эксперты, в частности я, по вашему мнению, не смогли полностью разрешить ваш вопрос, почему вы не обратились за личной консультацией? Что мешает вам с выбранным экспертом проработать проблему свою? Ту проблему, которая у вас осталась после, например, моего ответа. Что мешает вам, по сути дела, сформировать запрос на
свою проблему. Запрос какого плана? Запрос более конкретный, наверное. Запрос более такой, ну, более предметный, что ли. И тогда вы получите на свой запрос более предметный ответ, на самом деле. Я думаю, что только так можно решить вашу проблему, только так можно ее реально преодолевать, потому что в противном случае это будет бег по кругу. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.